Витископ. Эффективное самоуправление я понимаю как в первую очередь ответственность, соответствующую полномочиям. Районный совет как орган самоуправления, который не просто занимается выборами нового мэра или же там дать нужные голоса на каких-то очередных выборах, а который реально несет ответственность за ту социальную, экономическую, политическую среду в конкретно взятом районе, то, безусловно, здесь спорт, то есть данный орган самоуправления является заказчиком у всех детских спортивных школ, клубов и секций. И задача детских спортивных школ, клубов и секций бороться за то, чтобы лучше решить ту задачу, которая стоит перед данным районом. То есть задача органов самоуправления – определить задачи школам, секциям и потом правильно управлять процессом выполнения заказа. Но очень важно, чтобы местные органы самоуправления были достаточно компетентны для того, чтобы понимать, какие задачи они могут решить при помощи спорта. Повышение уровня гуманитарного образования в органах, скажем, местного самоуправления, да и государственного управления, безусловно, очень важен. И тут может быть тоже наша роль как федерации и общественных организаций, и институтов в этом направлении работать, наверное, все-таки ставить, не стесняясь, поднимать планку нашего дела на такой высокий уровень, чтобы людям в министерских креслах, в мэрских креслах, в губернаторских креслах надо было тянуться для того, чтобы соответствовать. Витископ. Спортивное видео.